Уже ни для кого не секрет, что на базе нашего ярославского цирка существует такой необычный проект, как «Арена возможностей» – ветераны циркового искусства подросткам и молодежи. Благодаря ему ярославские школьники смогут попробовать себя в цирковом искусстве и показать свое мастерство на манеже. Когда ребята овладеют его азами, вместе с наставниками они выступят перед воспитанниками социально-реабилитационных центров и обитателями областного геронтологического центра, покажут результаты своей работы. Итогом «Арены возможностей» станет декабрьская гала-представление, на котором родные и близкие, друзья и педагоги смогут увидеть, чему же научились юные артисты. И у нас сегодня в гостях координатор проекта «Арена возможностей» Инесса Жохова, художественный руководитель студии воздушной акробатики Екатерина Ильвес и артист цирка Григорий Мусин. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Давайте поговорим про проект. Уже, я так понимаю, он близок к своему завершению. Какие-то, мы в середине. Какие-то да. уже есть первые результаты. Как воспринимается проект теми, кто в него входит, теми, кто обучается, теми, может быть, и цирковыми, соответственно, с вашей стороны, да, цирковыми артистами. Какое отношение сейчас? У нас все идет замечательно. На самом деле мы стартовали в сентябре, то есть начались занятия в сентябре месяце. И несколько мастерских работают. Вот у нас сегодня представители двух мастерских рядышком со мной сидят, Екатерина и Григорий. И ребята вовсю осваивают азы циркового искусства. Крутят, вертят, жонглируют, гнутся в разные стороны. У нас уже началась, у нас уже идет вовсю подготовка непосредственно номеров, потому что мы все прекрасно знаем о том, что осталось до гала-концерта, до завершения нашего проекта месяц, всего лишь месяц. 21 декабря мы уже назначили дату, 18:00 у нас состоится вот это грандиозное событие, где мы на суд публики представим то, чему мы учились 3 месяца. Мне же хочется спросить у педагогов, как идут вообще занятия, как хорошо ребята впитывают информацию. У кого-то что-то получается, у кого-то что-то, может быть, не получается. Ну, несомненно, все дети разные, они очень старательные. У кого-то лучше идет воздушная гимнастика, у кого-то акробатика, работа с партнерами. Они стараются, они талантливые, и я думаю, что у них все получится, и мы порадуем вас отличными номерами. У вас как дела с жонглированием, я так понимаю? У меня сложнее все обстоит, потому что жонгляж сам по себе, это направление очень тяжелое, это требует ежедневных, очень долгих тренировок, потому что это зависит не только даже от таланта человека, но и от его старания. Некоторым идет это более легче, у кого есть талант. Вот он, у него есть дар, вот он берет и делает. А некоторым дается труднее. Соответственно, приходится как-то адаптироваться с ними, находить другие компромиссы, другие пути, чтобы они могли быстрее развить это в себе. Ну, может, попроще какие-то задания даете, да? Да, не, да. Не всем обязательно сразу с 5 шарами. Естественно, вот каждому индивидуальный подходик, это естественно. Вижу, шарики принесли с собой. Хочу, чтобы показали, по крайней мере, каких результатов, ну, понятно, что вы как гуру, да, мастер, но, то есть вот, в принципе, людей учите вот так вот, да, 3 шарика, и они начинают жонглировать. Ну, начинается всех с 2 также, да, то есть обычные 2 шарика. И вот, вот так вот. Раз перекладочка, либо крест-накрест. Крест-накрест у нас идет основа. Вот, крест-накрест, наверное, сложнее, кстати. Да, потому что, ну, из вот этого максимум можно сделать вот этот трюк. И, соответственно, из 5 мячей. То из этого выходит основа жонглирования. Ах, вот в чем дело. То есть можно уже много-много-много. Да. Так просто для вас это, да? Я попробую. Да. Ну, подержи один шарик. То есть вот так вот, да? Вот это просто. Да, вот, все. Вот. Да? А вот, а вот крест, как это? Крест на крест по очереди. А. Оп-оп-оп. Спасибо, пожалуйста. Раз, да. И второй туда. Я понял. Самое главное, чтобы еще рядом никто не стоял. Да, действительно, это нужно было с сентября учиться, и, может быть, когда-нибудь и мы займемся таким же делом. Расскажите. В принципе, можно я добавлю? Вот, Григорий, то, что нам показал, в принципе, наверное, мы хотим эту идею донести, потому что кажется, что это просто. Да? С сентября месяца, то есть всего 3 месяца, это очень мало. Вы говорите сразу о 4-5 мячах, которые можно взять в руки. Их практически нельзя взять в руки за 3 месяца. Это только очень талантливые дети. Mm-hmm. То есть у нас дети работают с 3, и это максимум, чего мы можем добиться за 3 месяца. Для того, чтобы те люди, которые пришли к нам, понимали, что цирковое искусство, это действительно очень сложно, это большой труд. И ребята, которые к нам пришли, поначалу, может, не осознавая
куда они ввязываются, да, потому что это было просто интересно, это необычно попасть в манеж. Но когда они взяли в руки мячи, палочки, хула-хупы, когда они стали ноги за уши заворачивать, они поняли, что это труд, труд большой. Ноги за уши заворачивать. Совершенно верно, так и происходит. Да, сделайте такое с детьми. Потом назад получается. Ну, мне кажется, в любом случае должно это состоять как раз из двух частей. Первое, что кажущаяся простота, она и привлекает. Потому что если человек понимает, что это сложно, он извините, не пойдет. Правильно ведь? Вот. А то, что он пришел уже, и тут ему оказывается, оп, оказывается, тут надо ловить, оказывается, тут надо там гнуться, да? Вот. И тут уже он понимает, что цирковое шоу, да, это сложный труд, да, там, каждодневный. Тогда он по-другому относится к тому, что он видит на арене. Правильно? Да, совершенно верно. Мне же хочется задать еще такой вопрос. Получили ли уже какую-то обратную связь? Может быть, сами ребята говорят, что все, я выбрал профессию, и я буду цирковым артистом. Да. Либо родители, да, говорят, как здорово вы развили в моем ребенке вот это, вот это и вот это. Что говорят вообще? Говорят много чего. Самое главное, что говорят, что все ребята не хотят, чтобы проект закончился в декабре. То есть вот этот гала-концерт для нас это, конечно, точка, некий этап, но мы изо всех сил сейчас ищем возможности для того, чтобы проект жил дальше. Потому что обратная связь как раз просит для того, чтобы мы продолжали и развивались. Все понимают, что 3 месяца — это очень мало. То есть вы планируете второй сезон или продолжать обучение этих же детей? Этих же, угу, да. Чтобы то показать еще более мы хотим шоу дальше развиваться и действительно достичь, ну, что называется, настоящих результатов. Угу. То есть полупрофессиональных, так бы я сказала. Есть у нас одна девочка замечательная, которая ходит на акробатику, причем она без подготовки. Она подошла ко мне и сказала: «Вы знаете, вы исполнили мою детскую мечту. Я с детства мечтала попасть в манеж». И вот мы дали ей возможность. Она уже, ей 16 лет, то есть она достаточно взрослая. Взрослая уже, да. Да, то есть понимает, о чем говорит. И она говорит, мне теперь родители говорят: «Алина, да, ты... Тебя прямой путь в цирк». Вот, потому друзья, что, да, это действительно мечта. Это потрясающе, это поразительно, что людям можно помочь, да, и что люди могут раскрыть себя. Вот в этом, наверное, главное. Арена возможностей. Арена возможностей. Арена возможностей. Поэтому мы назвали так. Мы невероятные возможности открываем в наших детях и сами в себе. Вы видите рядом со мной двух наставников, молодые люди, которые пришли к нам сами. Сами. И в чем вот у нас социальный проект. Мы работаем абсолютно на социальной основе. Достаточно сложно, но, видимо, мы делаем хорошее дело, потому что к нам сами приходят и предлагают нам помощь. Екатерина — яркий пример. Молодец. Которая пришла сама попросилась. И она ведет у нас 2 мастерские. Она одна из самых крупных это мастерских, но я думаю, будет одна из самых у нас зрелищных. Самых зрелищных. Очень приятно с вами общаться. К сожалению, времечко у нас ограничено, да. Поэтому мы желаем арене возможностей развиваться. Все ваши, чтобы мечты и планы осуществились и воплотились в жизнь. И самое главное, чтобы люди, которые к вам приходят, дети, которые к вам приходят, чтобы у них сбывалась мечта. Мы для этого работаем. И, конечно же, ждем вас в гости с вашими новыми юными звездочками. Да. Спасибо. У нас в гостях сегодня был координатор проекта «Арена возможностей» Инесса Жохова, художественный руководитель студии воздушной акробатики Екатерина Ильяс и артист цирка Григорий Мусин.